Специалисты службы картографии взяли значения всех высот Приволжского федерального округа и преобразовали их в звуковые колебания. Таким образом, получилась музыкальная композиция. Всего таких дорожек будет 14, и они войдут в отдельный альбом под названием «Музыка Приволжья». Прослушать, как звучит ландшафт нашего федерального округа, можно с 27 декабря на официальном сайте полномочного представителя президента в Приволжье.